счастье и смысл жизни для вас? Для меня смысл жизни – это идти к Кришне, обрести любовь к Богу. Это очень важно. Да, вот так, да, смотрите? Да. Это очень важно, потому что в этом материальном мире мы очень все сильно страдаем. Но и все ищем счастье. И хотим избавиться от этих страданий. Но мы думаем, что эти страдания уйдут от чего-то внешнего. Но наше счастье находится внутри. На самом деле мы все души вечные, прекрасные, блаженные, наполненные знанием. Вот. И я распространяю вот эти книги, которые вы можете найти в интернете. Так. Или купить на улице за пожертвование. Вот, наука самосознания. 7000. Шри Шупанишад. Можете найти, почитать и найти что-то для себя, потому что эти книги про вас. Почитайте. Hare Krishna, everybody.